Мы прибыли ко второй точке нашего винного тура, который постепенно, плавно переходит из винного в туалетный. На пути от точки до точки мы стараемся максимально проверить все туалеты на трассе и знакомиться с ними, изучить сервис, удобство, ну и, так сказать, оперативность. Итак, переходим к изучению следующей винной точки. А, забыл сказать, эта точка называется Аскона. Красавец.
не выпить, не закусить. Thank you.
закрыться. Дегустационный зал. Там будет технологическая экскурсия. Я вам объясню, как мы делаем вино от винограда до бутылки вина. Первая цель, где мы пойдем, это тест переработки винограда. Так что давай еще пойдем. Там наверху, где написано L1, L2, L3, L4. Это бункеры. Большие машины приходят сюда и оставляют виноград в бункерах. Под каждым... Бункер это? Вот наверху, L1, L2, нет, самый верх. Под каждым бункером есть дробилка гребня отделитель, вот на этой линии. Из дробится виноград и отделяется гребни через эту оранжевую трубу, которая работает как пылесос. И нам ее гребни идут на переработку. Если мы говорим про белый и про розовин, то они вот здесь, в этих трубах, которые работают как холодильник, и охлаждаются до 10 градусов. И почему охлаждаем? Потому что сезон у нас начинается еще в середине месяца августа, когда высокие температуры. И чтобы не начался никакой процесс натуральный, спонтанный, мы охлаждаем все это сухо до 10 градусов, после которого найдет пневматический пресс. Вот эти 4 больших машины с красных для синих. И там происходит процесс мацерации. И что такое мацерация? Это технологический процесс, когда идет контакт между кожей, семенами и соком. Как настойка? Чтобы взять как можно больше цвета и аромата. Для белого вина этот процесс идет 24 часа, а для розе от 4 до 6 часов. Потому что розе делается только из красных сортов винограда по белой технологии. После процесса мацерации все это мезга прессуется, и на брожение идет только сок старого улица. Дальше, если мы говорим про красных вин, то после дробилки вся эта сусло идет на улицу через эти 2-4 трубы, которые находятся на стене, и там идет двойной процесс, процесс мацерации и брожения от 7 до 10 дней. Так что давайте пройдем. Это тебе не в бутыле, в погребе. Ох ты, боже мой. У нас брожение, у нас 72 цистерны каждый по 30 тонн. Они обычно так называемые рубашки, между которыми идет термоотдел и придерживает температуру для брожения. Для белых и для розе это 14-16 градусов, для красных это 24-26 градусов. На моей правой стороне у нас цистерны для белых и для розе, на левой стороне для красных. Разница в ними. Вот в этом синем насосе, который находится внизу. Как я сказала раньше, для белых это розе на брожение идет только сок, для красных есть сок и кожанка и семена. Поэтому, чтобы был лучший контакт, мы перемашиваем всю эту мезгу, которая находится внутри, по 5-6 раз в день, по 15-20 минут. Сейчас здесь все это есть, да? Нет, сейчас пусто, в середине августа. Еще не надо, еще виноград не сдают. Пройдет от вина от 7 до 10 дней, после которого идет цех хранения. И находится в открытом воздухе этот цех из-за углекислого газа, который выходит в процесс брожения. Так как мы находимся достаточно далеко от города и от села, и очень много зеленых мест вокруг, мы можем позволить себе держать этот цех на улице. Еще есть какие-то вопросы? Да, все а понятно. Пойдем дальше. Да. Масштабы просто пишите. Возможность делать 15 где-то миллионов литров в год, а мы делаем только 10. А в чем проблема? Винограда нет, кстати. Винограда нет? Потому что мы используем только свой виноград на 550 гектаров. То есть... 10 километров от нас село Джамана. А? Там все хранение, мы там не заходим, потому что те самые цены, которые находятся на улице, это 2,8. 60 тонн каждый. Уже не так называемые рубашки, потому что они содержат температуру внутри центра. Это 60 тонн. И название, Аскони, на поселе. И АС это его инициал. А Кони это прикид. Это наша новая партия бутылок. Покупаем мы в молдавской компании классным тренером. Иначе покупают за комнаты. Это украинские России. Это тара. Да, ну это бутылка по сути. Я помню нам. Конечно.
Ух. Только поддерживается цвета красный с красных и белый с белым, и никто никогда не будет их перемешивать. Также виноград здесь идет через два фильтра, это фильтр с кизилкуром и фильтр с картонными пластинками. И что-то уникальное в Молдове, вот это оборудование, которое находится в конце зала, которое делает концентратор сусла. Все же этот виноград приходит сюда, и при процессе вакуумирования и кондиссирования мы выжимаем воду при низких температурах. Это 16-18 градусов. Только у нас сок, как сироп, как жидкий мед, очень сладкий, где-то 5-6 раз слаще винограда и имеет где-то 600-800 грамм на литр сахара. Используем мы, чтобы делать полусладкие, полусухие и сладкие вина. Все винзаводы в Молдове используют эту технологию, только мы делаем этот концентрат здесь, они же покупают за границу. Если мы говорим про молодой вин, то они сразу идут на разлив, вот через эти две трубы, которые находятся на стене. Все соединяются трубами, вот эти. Все бутылки новые, но первый шаг мы их моем обычной водой, после которого перерабатывается нарцем газом. Даже за это вино ставится шлюпка, потом металлическая пробка или корка, натуральная или прессованная. Капа этикетка идет на упаковку. Работает это линия автоматично и разливает 8000 бутылок в час. И разливаем он только, когда у нас есть контракт. Это 97% нашего производства. Мы экспортируем за границу. Больше всего это Китай, также Америка, Канада, Великая Британия. Немножко в Германии, Румыния, Украина также немножко. Казахстан, Израиль, Чехия, Польша. И некоторые регионы Южной Африки, Австралия, Высокий, это 20 стран. Давайте пойдем дальше, посмотрим на наш полупогреб. Там у нас старая коллекция. Это наша старая коллекция, 500 тысяч бутылок, самый старый с 1989 года. Это коллекция владельца, поэтому она не продается. При желании туристов продаем только одно вино. Это вино Гратьеш 96 года. Стоит он где-то 400 лей. Тут достаточно прохладно, и это натуральный холод. Там на террасе, где мы встретились, это над этим над бутылками. И поэтому все бутылки находятся в 5 рядах в земле. В каждом боксе по 5 до бутылок. Поэтому и натуральная температура. То есть, всегда такая. То есть это не продается все, да? Это все. Они производят 3 серии вина. Это Сон-Негро, у него Ария и Суани. Все вложение средств. Это дивиденды на будущее. То есть с каждым годом это все дорожает. Сон-Негро и название от земли, где растут наши винограды. Черная земля или чернозем. Если мы говорим здесь про красных вин, то это все выдержанные вина в дубовых бочках, выдерживаем их 12 месяцев. Также выдерживаем белое вино Шардоне 6 месяцев. Используем мы бочку, которую покупаем в венгерской компании Траст, которая делает из трех типов дуба. Венгерский, французский, американский. Да, все полные. Больше всего используем венгерский, американский дуб. Используем мы бочки 4 года или 4 цикла, после которого продаем тем, которые делают что-то покрепче, как виски, коньяк, бренди. Вторая серия, это серия у него, на русском будет иногда, и тут у нас все молодые вины. Это и металлическая пробка. Металлическая пробка, это не значит, что вино плохого качества или дешевле. Металлическая пробка ставится молодым вин, чтобы сохранять аромат и вкус, и свежесть вина, извините. Также у нас здесь игристое вино из винограда Глера. Это те же самые, это синоним для просека, это те же самые виноград, те же самые виноградники, то же самые технологии, только мы не можем назвать так. Так же как шампанское. Также у нас на каждой бутылке серия Миньори с посланием. На игристое вино написано, иногда снимаешь что-то и танцуешь до утра. Или на розе, иногда ты честник, или никогда. И на белое, иногда ты должен быть своим собственным героем. Ну и третья серия – это Айсуань. Это вино из замороженных виноградов.
В Молдове не можем делать каждый год такое вино, потому что нету заморозки тогда, когда надо. Это конца ноября, начало декабря. Были заморозки, так что собираем виноград. Но только рано утром или поздно вечером, чтобы вода еще была заморожена. Собрали виноград, ее не в стробилку, а сразу в пневматические прессы. Только прессуется, вода заморожена, прессуется. В итоге у нас этот сок, как сироп, как очень густой, очень сладкий, бродит он где-то 2-3 недели. Это десертные вина, очень сладкие, имеют от 160 до 180 грамм на литр сахара. Ну и также это является немецкой технологией, но первый раз делали такое вино в Канаде. У нас трех типов: Айсвайн Мускат, Айсвайн Рислинг. Рислинг — это немецкий сорт винограда, и он чаще всего используется для этой технологии. И также Айсвайн Розе из Каберне Савиньон. И в Молдове мы единственные, которые делают Айсвайн Розе. Может, есть какие-то вопросы? Потрясающе. Спасибо. Спасибо. Какими масштабами просто потрясающе. Да. Спасибо большое. Классно. Это вложение. Это оно стоит и ждет своего часа. Да. Да, потом с аукциона будет. Здесь, 100 тысяч бутылок. Вот 100 тысяч бутылок. Через лет 10-20. Да, 10-20 будет... это, наверное, мало, да, для вина? Ну, почему? Почему? 1989 года они уже... Оно слишком долго вино, это же не коньяк. Его тоже слишком долго нельзя держать. Ну, да. Поэтому у каждого продукта есть свой срок годности. Этот цвет называется цвет зеленой соломы. Уже темноватого оттенка, который есть в цвете. Аромат еще цветы. Акация. Очень свежий аромат. Кстати, чувствуется зеленое яблоко. Кислинка. По вкусу чувствуется кислинка, но это приятная кислинка, то, что придает аромат вина и свежесть. Ты унюхаешь после, такое впечатление, что как будто сосуды расширяются. Дыхание улучшается. Более мягкий такой, более нежный. Да, здесь прям жить можно. Ну как? Только начал. Ты рискуешь привезти домой овощей? Мой приятный такой. Такой более женский. Да, аромат персик. Он такой. Я им говорила, что в Малавии нет дегустации, надо именно пить. И нет ведра, чтобы выплюнуть. Меньше кислоты. Ведро есть. Оно такое больше
Ну, это было такое? Больше такое, где-то брют, но без кислоты. Также очень легкое, очень приятное. Совмещаю также с моими продуктами, салатами, с тёртой едой, с тартером, с плацинтом, с сырами тоже много. С овощами. Пришла у нас будет розой из Кабарне Совиньон. Красный вин Кабарне Совиньон считается второй красный вин. Тут у нас королева, розе. Это розе очень главный цвет. Очень легкий, очень легкий. Поэтому этот цвет называется розе Прованс. Это уже такой сладенький. Из-за региона во Франции, где делают розе именно из этого цвета каждый год. Ты взболтай хорошо. Я там пью такое же. Да? А, да, а кто едет? Я еду, кто же еще? Сразу речь становится за аромат. Как вам? Вообще. Масштабы. Особенно мне повезло этот погреб. Винотека. Или энотека еще называется. Ну, это поле мне нравится. Да? Тут кисло, это поле. Да нет, это резче. Сахара больше. А желудок этого не выдержит. Выдержит. Это чистое здоровье. Кристина, да? Здоровье. Это же чистое здоровье. Конечно. Вот некоторые будем вести. Ну, так... Я по глотку и выливаю что-то. Хотя надо, это кощунство. Кощунство, конечно. Очень ароматное вино. Причем аромат усиливается при обогащении кислородом. Чувствуется. Причем появляется какой-то вот сладкий вкусовый. Сладкие ноты. Специфический аромат для кислородина, это специфический аромат для Каберне Совиньон. Красно-рубиновый. Уже совсем другое. Очень красивый цвет. В аромате чувствуется дуб. Немножко перчинка чувствуется. Более терпкое. Да, сухой черный слив. Терпкое вино. Чувствуется танины хорошо. Танины берутся из семена, а также из дуба. После обогащения кислорода вообще изменился. Да-да. Появился еще. Вы можете над ним издеваться сейчас. Потому что он в кадре. Да он везде. Там нам не все знает уже все. Не могу понять. С какого берега? Из какой ягодки? Лесные ягодки чувствуете. Я вот не могу понять. Миндаль чувствуется. О! Точно. Я думаю, что-то такое вот. Да, точно. Вкус чувствуется танин, также терпкое вино, красное, сухое. Совмещаем это вино с тяжелой едой. С мясом, да, с мясом. Косточки и кожица дают вот этот вкус. Да. Также с грибами можно это, но с овечьим сыром. С сыром будет с брызгой вообще вкусно. Это же вино, потому что у нас сладкое вино. Нет, это вода. Сейчас вино туда будет наливаться. А мой бокальчик.
Ну как вам, парочка? Абрам и Сарочка. Надо было по бутылочке падать. Взять домой, не густировать. Так мы так и сделаем. Не спеша. Сергей Николаевич, ваши впечатления? А сухарей? Да. Сухари супер. А это вина? Вина? Выше. Так, когда налью, видно, что похоже на ликер. Достаточно густой. Пьет это вами мало количества, 50 грамм, потому что это очень хороший диджестив. Что? Диджестив. Что такое диджестив? Не образованный. Аперитив? Диджестив. Каталина кум диджестив арусу. Ну, он так и называется диджестив по-русски. Просто... Как объяснить это? Что такое? То есть это после еды. Аперитив до еды, диджестив после еды. Вот это ваше. Хорошо. Так что ты требуешь, чтобы я через макароны. Бочечка там. Есть бочечка на складе такого? Ну, в аромате чувствуется варенье из айвы, капот из кизиля, также во вкусе. Очень сладкое вино, десертное, 180 грамм на литр сахара. Это, наверное, вот этот сироп придает. Кизиль, наверное, да? Ну, тут не добавляем, это из вайна. Нет, это натурально. И совмещаем это с вино десерта, но десерта не слаще винограда, не слаще вина. Это чизкейк, панакота, плацинта с вишней или с черносливом. Плацинта с вишней – это смертельно. Это такая вкуснотища. Я в прошлый раз еле выжила. Мы же с собой берем. И в прошлый раз были с вишней. Сейчас тоже есть с вишнями, да? Ну, спросите в ресторане. Должно быть. Ну, спросите лучше. Сергей Николаевич, в вашем персональном рейтинге из этих пяти или только четырех? Пять. Что вам больше всего понравилось? Вот это второе было? Да. Вот. На гриджу отсели у него сухое. Пино гриджу. А подешевле нельзя было выбрать? Самое дешевое. Что, самое дешевое? Да. Но оно такое мягкое, нежное. Его можно пить и пить. Это особенно, когда жаркая погода, да. Его вот именно пить, это вот в данной ситуации, это на сегодняшний день самое такое приемлемое. Как самое... самочувствие? Ну, спас. Боже, как я за вас рада. Нам еще ехать сколько, подожди. Сколько нам ехать? Фигню нам ехать. Все, пошли кушать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Очень. Мне понравился счет вам. Последний. Это очень вкусная плацинта. Так, сынок, налей венца. Я продолжу дегустацию. Что вам понравилось? Им понравилось у папы твоему пиногриджи, а маме айсвайн. Ну, айсвайн он такой, да. Для желудка, не чуть-чуть. Вот это домашняя лапша. Попробуем. У нас закваска. Полскваска. Дегустация продолжается, но уже в другом зале. Итак, наш винный тур подошел к концу. Еще не подошел. Ну, основная часть нашего винного тура подошла к концу. Мы все продегустировали, закусили, запили, заели и готовы вернуться во свояси. Ну, у нас еще много на карте винного тура мест, которые мы должны посетить. Много вин молдавских, которые мы должны продегустировать. И не только продегустировать вина, но и продегустировать закуски. Поэтому ждите продолжения на нашем канале. До новых встреч!